Во Владивостоке в парке «Минный городок» прошел пикник для собак. Жители и гости города со своими питомцами собрались вместе на территории конного клуба «Росса», чтобы вместе провести время. Организаторами мероприятия выступили администрация города и благотворительный фонд бездомных животных «Друг Рич» в рамках проекта «Животные города В». Пикник для собак, все желающие могут прийти, поучаствовать со своими собаками. Есть полоса препятствий, есть другие станции, стойки, аквагрим для деток, плов бесплатный в конце мероприятия. Приходите, хорошо провести время. Как вообще пришла идея создать такое мероприятие? А мы делали день открытых дверей у нас на приюте «Друг Рич». И очень хорошо это все прошло, всем понравилось. Ну, чтобы это масштабировать мероприятие, вот решили взять в аренду такую площадку и здесь провести это мероприятие. На мероприятии работало множество локальных площадок. Так дети могли поучаствовать в конкурсе на лучший рисунок своего питомца. Кроме того, мастера подготовили для ребят аквагрим. На пикник собрались и фонды помощи животным. Например, «Друг Рич», который выступил организатором, а также «Умка». У нас сегодня здесь палаточка наша, в которой наша сувенирная продукция. Можно ее приобрести, а все деньги идут в фонд помощи бездомным животным «Умка». Также у нас есть обмен книгами, обмен собачьей одеждой и вот аквагрим, пожалуйста. Также на территории конного клуба был и собачий наперсточник. Только вместо шарика у него был корм, а собаке нужно было догадаться, под каким стаканчиком он спрятан. А если пес не обладал хорошим нюхом, а имел другие способности, то мог показать их на конкурсе талантов. Мне вообще прям супер все понравилось. Мы первый раз пришли на такое мероприятие. Собаку относительно недавно завели. Вот, поэтому вообще в полном восторге. Здесь очень приветливые, позитивные люди. Хорошее само мероприятие в плане того, что организовали все прикольно. Даже позаботились о воде для собак. Вот. Ну, в общем, в восторге. Такие мероприятия помогают не только сделать прогулку с собакой необычной, но также и познакомиться с другими собаководами, обменяться опытом и, конечно же, поднять себе и животному настроение. Пока очень весело, интересно. Много собак, много людей. Все веселые, добродушные. Все прекрасно. На пикнике помимо различных точек проводилась и лотерея, где хозяин мог выиграть лакомство для своей собаки. Четвероногие участники смогли посоревноваться на скорость, ну а сам пикник не мог обойтись без еды. В конце мероприятия все гости могли угоститься пловом. Напомним, первый пикник для четвероногих состоялся во Владивостоке в июле 2023 года. Подобный формат мероприятия понравился всем гостям. Артем Белов, Степан Скляров, Ксения Быкова. Новости на Восьмом.